друзья, пришла осень, а это значит, в Лондоне идут дожди. Сегодня день проливного дождя, не очень сильного, но тем не менее он идет почти целый день. В этом видео я хочу вас пригласить на коротенькую прогулочку по центральному Лондону. Я нахожусь в самом центре и показать, сколько же людей вообще носит зонтик в такой дождь. А если вы впервые смотрите канал, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, и я поворачиваю камеру. Посмотрите, как выглядит центр Лондона и вообще сколько людей, даже если идет дождь. Вот такие зонтики, они симпатичные, но они же не складываются, и получается это только трость. Еще одна особенность Англии. В магазине на входе везде есть стойка для зонтов. То есть особенно для тростей, у кого трость, чтобы ее по магазину не носить, ее можно там оставить. И небольших, конечно. Выходим на Оксфорд-стрит. Это оживленнейшая улица. И несмотря на дождь, здесь всегда полным-полно народа. Вот здесь хорошо видно, какой на самом деле дождь. Уже подготовили, скоро включат новогоднюю иллюминацию. Вот это уже новогодняя иллюминация готовится. В начале ноября должны зажечь.
так же пожмляли. Ставьте лайк, друзья, подписывайтесь на канал. И дождливая зарисовка из Лондона подходит к концу. Увидимся в следующий раз. Всем счастливо, всем пока.